поздно она. Что, борзели там, что ли, вообще все? За что я вам все плачу? Всем плачу, всех нахрен вон. Выехал на 5 дней отдохнуть. 5 лет в отпуске не был. Кто там орёт? И что? Все завалили нахрен. Кто там орёт? Кто? Кто? Кто палки в колеса ставит? Кто? Сам, что ли? А, все понял. Сейчас же у нас уже Гросман таможней заведует. Ну так звони папе. Пап, кто не знает, что такое пап? Самый наверх. Ну да. И чтобы к вечеру доложили об исполнении. Ничего не знаю. И знать не хочу. Все. Я на отдыхе. Что? Фу. Твое счастье, что вокруг дети в бассейне. Я бы сейчас такое тебе сказал, что ты никогда бы в жизни такого не услышал. Ну да. Ну ладно. Все, жду доклад вечером. Вечером доложить об исполнении. И ничего не хочу слышать. А вертитесь как хотите. Я вам за что плачу? Всем. Ты что орешь? Да нахрен завалили всю работу. Никому ничего доверить нельзя в той стране. Не в этой, а в той, откуда мы приехали. Если бы ты знал, как они меня сейчас подставили. Все, начиная с самого верха. Будешь возвращаться? Не дождутся. А ну, вообще? Ты едь, я остаюсь. Ага. Ну да, уезжал, было пол ляма. Сейчас приедешь, мы там, будешь бомжом наш. Разденут, разуют и отберут. И отожмут. Все, приходится вылетать. Все, билет мне на ближайший рейс. Да, в Одессу, прямо в Одессу. Все, ближайший, первый класс. Бизнес-класс. Все. Все, ждите. Подожди, я приеду, я вам... Ой, вы даже не знаете, что я с вами сделаю. Не дали отдохнуть, скоты. Ладно, успокойся, попей водички холодной. Ну какой водички, тут было... Оазис. Попей оазис. Тут литра вискаря не поможет. Да ты вчера его вечером выпил. Опять стресс, думал отдохнуть. Почитай спорт. Ага. Холи Таймс. Бизнес. Да какой уже бизнес? Отдохни. Сейчас приедешь, там от бизнеса остались одни рожки до ножки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Прими ванну, выпей чашечку кофе. Бокальчик вискаря.